Сейчас установка новогодней красавицы на начальном этапе. Рабочие укрепляют металлический каркас, на котором будут размещаться разборные искусственные ветви. Сама елочка сделана из качественных огнеупорных и гипоаллергенных материалов. Мне очень приятно констатировать тот факт, что 2015 год мы будем встречать не так, как обычно. Мы будем встречать с новогодней красавицей, великолепной елкой, которая, высота которой составляет 18 метров. Эта красавица приехала к нам для того, чтобы порадовать наших жителей и горожан. Эта елка является подарком от президента Приднестровской Молдавской Республики. Три города получат такой подарок. Это город Бендер, город Тирасполь и город Рыбница. Бендерскую новогоднюю красавицу украсят светодиодными гирляндами, декоративными масштабными 3D-фигурами и дюралайтом. В ночное время суток праздничное освещение будет играть всеми цветами радуги. Благодаря вот таким новогодним конструкциям в этом году удалось сохранить от вырубки как минимум 3 многометровые лесные ели. Торжественное открытие главной городской елочки состоится 7 декабря. Наталья Сучкова, Олег Машняга, Бендерское телевидение.